Сотрудники библиотек различных регионов страны собрались сегодня в Ярославле на форум «Библиокараван-2015». Участники форума смогут подробно познакомиться с работой наших книгохранилищ. Вообще, мероприятие этого года приурочили к 60-летию библиотеки имени Михаила Лермонтова. Поэтому и основной акцент именно на работе этих специалистов. Кроме традиционной выдачи книг, здесь проводят литературные кружки, творческие мастер-классы, встречи со знаменитыми людьми. Для открытого диалога с читателями приглашают известных российских писателей и даже участвуют в научных конференциях. На обсуждение проблем отрасли и поиск общих путей их решения всего 3 дня. Я недавно был совершенно в Ярославском районе, там, в Кузнечехинском поселении аж 2 библиотеки отремонтированы. То есть это говорит о том, что интерес к библиотекам не пропадает. Книгоиздательство набирает новые интересные обороты, и книга ее в печатном виде по-прежнему интересна для читателей. Ну, а сохранение книги, сохранение библиотеки – это сохранение русской литературы.